Сегодня в Государственной Думе России состоялись Дни Чувашии. Специально к этому событию в стенах Госдумы сформировали выставочную экспозицию, рассказывающую о социально-экономическом потенциале республики. Подробности в репортаже наших коллег из Москвы. Официальная программа «Дни Чувашии» в Госдуме началась со встречи первого заместителя председателя Александра Жукова с главой республики Михаилом Игнатьевым. Чуть позже на презентации Александр Жуков отметил. Я думаю, что это очень динамично развивающийся экономический регион с высоко развитой промышленностью, сельским хозяйством. В последнее время много инвестиций привлекается в Чувашию, развиваются такие высокотехнологичные отрасли, как электротехника. Мы знаем, что в Чувашии один из крупнейших, если не крупнейший в Европе, завод по производству солнечных батарей. И это тоже очень важно, что промышленность развивается, несмотря на кризисные явления в нашей стране. На выставке были представлены инновационные проекты, перспективные разработки, социальные достижения. Одновременно гости, а их собралось немало, смогли получить представление о чувашских традициях, культуре и искусстве. На заседании в Малом зале шел предметный разговор о дальнейшем сотрудничестве между Госдумой и республикой. Мы вас знали раньше, конечно, но вот даже эти минуты, которые мы сегодня провели, общаясь, кстати, здесь очень много друзей я встретил на площадке, которые приехали из разных концов нашей великой страны, и все называли себя как раз друзьями Чуваши, в том числе и наши коллеги, которые в прежних созывах работали. И я еще раз говорю, спасибо, что вы устроили этот праздник, спасибо вашей команде, всем, кто и трудами кого это стало возможным.